Старайтесь вовсю. Там вообще интересная ситуация. Фрагмент, на который обиделся господин президент, на самом деле был вырезан из моей программы. Там, где Багдасаров говорил о нем неуважительно. И в программу он не вошел. Но какой-то дегенерат поставил это в анонсы на телеканале «Россия». Нет, там при том, ну, на сайте. А в передаче как раз этого не было. Это вот говоря о том, кто и как, и где работает. А я как раз всюду, когда кто-то что-то неуважительно пытается сказать, это руками убираю. Дорогой Гутя Семенович, все понимаю, разделяю ваши опасения. Но вот сегодня, пусть посмотрит, сегодня ругали Пашиняна и сильно хвалили Алиева. Вот я лично сильно хвалил Алиева.